Ой-ой-ой! Посмотрите, что фортуна делает! Минус 2. Оп! Вот так аккуратненько, пытаешься выцеливать. В общем, не в этом счастье. Шкалоник просто! Хороший делает. Магистр Йода так получает реально в голову. Не помню, что. Оп. Чтобы выстроить тренировочный процесс, нужно, чтобы капитан был ответственным. Тренировки нужно выстраивать согласованно со всеми, то есть если кто-то не может какой-то день, сделать этот день выходным. Тренировки у нас в неделю 5 раз, то есть 5 дней подряд. Суббота, воскресенье мы отдыхаем. Одна тренировка длится около 2 часов. Тренировочный процесс надо выстраивать так, чтобы всем игрокам было комфортно и удобно играть, так как если одному игроку будет некомфортно играть, то весь процесс пойдет только в ущерб. В тренировочном процессе должны присутствовать мясорубки, разбор карт и игра КВ. Мясорубка играет роль разыгровки и поддерживания стрельбы на уровне. Тренировочный процесс, как правило, проходит вечером, ну, примерно 2-3 часа. В выходные уже побольше. Тренируемся мы каждый день. Тренировочный процесс состоит из отрабатывания личного скилла и командной игры. Отрабатывать скилл можно на кланвар. Есть определенные аспекты, мы можем запускаться на одну карту пятером и разбирать позиции, прокиды, ну и что придет в голову. В нашей команде тренировочный процесс начинается с разминки. Разминаемся мы 1 час, после этого идем играть с другими составами. Эти составы нашли нас, грубо говоря, сами после того, как мы вышли на LAN осенью. Они начали добавлять нас в друзья и предлагать тренироваться, на что мы просто с удовольствием соглашались. И каждая КВ с другими составами — это не просто тренировка, это отработка личного скилла и тактики всей команды. Конечно же, бывают предложения от игроков команды, но чаще всего это делаю я, потому что, как я капитан. До тренировок мы придумываем новые стратегии, а на самих тренировках мы их отрабатываем. И после тренировок мы определяем, работает она или нет, оставлять ее или же выбирать.